Привет, друзья! С вами Сергей Куваев. Сейчас мы находимся недалеко от станции Синдзюку, рядом с районом Кабукичо. Ну, здесь мы обнаружили такой интересный магазин, где продается, точнее не продается, а можно попробовать рыбу фугу. Известную рыбу, которую если съесть и не умеешь ее приготовить, то можно даже умереть. Но это довольно-таки редкое блюдо, то есть просто так его особо не поешь на завтрак, там, обед и ужин, то есть не только из-за того, что есть какой-то риск, а потому что она как минимум стоит довольно дорого, сможем посмотреть на цены, да, то есть в среднем 6, 7, 8, 9 тысяч за блюдо, это довольно дорого, когда можно обычную рыбу поесть за 1000 йен. Но, может быть, мы как раз ее поедим, кто знает. Пойдем на такой риск. Такие рты у них странные. А вот смотри какая. Ладно, продолжаем. Сейчас мы находимся у аппарата, который продает сигареты. Ну, в общем-то, я против курения. Но, допустим, если кто-то хочет купить сигареты, то у него это не получится сделать просто так. В Японии для этого нужно как минимум быть в возрасте 20 лет, и нужна специальная карточка TASPO, вот можешь показать, которые выдаются как раз только людям, достигшим 20-летнего возраста. То есть сюда можно представить карточку, и тогда аппарат вам продаст сигареты. Помимо всего прочего, в Японии очень дорого стоят сигареты, то есть это где-то в среднем 400-500 йен, это из-за большого налога на них. Вообще планируется... А? Что? Да нормально все слышно? Давай. Не отвлекай, Диман. Вообще планируется поднять цены на сигареты до 1000 йен, возможно. Но пока это закон еще не утвержден. Но вполне возможно такое будет. Потому что японцы, в принципе, сейчас очень сильно борются с сигаретами, с курением. Для курящих отводятся специальные места, то есть нельзя просто так курить на дороге. Можно увидеть знаки на тротуаре, что курить запрещено. Вот. Поэтому либо в комбине, если у вас нет карточки, можно купить сигареты, просто предоставив удостоверение личности. Либо в таком аппарате, если у вас есть карточка. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал и ставьте палец вверх.